Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Ratchet & Clank, ребята, продолжаем приключения. Куда мы направимся на этот раз? И куда мы направимся? Навигатор говорит, что на планете Баталии нас ждет некое важное сообщение. Баталия, отправляйтесь в форт, спуститесь по балке. Мы могли бы помочь защитить пушку Звездного Дозора. Конечно же, полетели. Сейчас и здесь разберемся, ребята, со всеми, кто пытается на нас напасть. Баталия. Куча болтов. Это хорошо. Но нет разжигателя. Это плохо. Так купи его. Какой разжигатель еще? Что вы там предлагаете мне купить? Пушка что-то новенькое, да? По ней жахнули электромагнитным импульсом. Нужно починить. Давай исследовать. Исследовать эту территорию. Полетели. О, как подлетели? А где ранец-то у нас волшебный? Я не понял, а что, мы без ранца, что ли, здесь? Ага, вот тебе раз. Стой, я зачем его кинул сюда? Протонный барабан. А, ну хотя бы так полетели. На вертолетике. Тихо-тихо-тихо, куда? Еще раз, еще одна попытка. Так, хорошо. Я забыл, как цепляться. А, вот, все, попрыгали. К нам приближаются враги. Где мой зуркончик? Ну-ка, быстрее ко мне. Протонный барабан, держи. Нате вам еще, ребята, протончика. Я поймал сигнал инфобота, исходящий из этого сектора. Стоит проверить. Спуститесь по балке. Так, сейчас спустимся. Подожди, только надо исследовать еще. Мы что-то можем купить. Разжигатель, ребята. Давай-ка мы его купим. Плазмострел. Я уже не знаю, что мне улучшать. У меня столько оружия, я не знаю, правда, как за что браться. У меня у самого такая штука есть. Давай-ка я буду. Работает на ура. Буду я все-таки улучшать то, что до этого делал. Протонный барабан. Ну-ка, давай-ка. Протокласт он почему-то сейчас называется. Зона поражения становится еще больше. Или вот время действия. Что можно улучшить? Ну, не знаю, давай зону поражения. Быстрее их всех прибьет. Ого! Теперь ты даже чересчур сильно... Забирай свой разжигатель! Ну-ка, разжигатель, как действует? Давай-ка разок стрельнем, ребята! Вот он как ракета действует, ракетница. Отправляйтесь в форт. А куда лучше сейчас пойти-то? Покататься по балке, что ли? Давай спустимся по балке. Поехали. Куда? Я правильно перепрыгнул? Наверное, правильно. Там бы я вернулся обратно. Еще прыжок. Прыжок. Ну-ка, давай-ка еще через кольцо. Так здесь может и электричеством прибить. Надо аккуратно ездить. Так, стоп, куда? Наверное, надо перепрыгнуть. Прыгать? Куда? Не успел я перепрыгнуть и поехали в итоге опять. Дальше, да? Ну, давай прокатимся еще.
Может, насобираем что-то. А мы, кстати, карточку взяли. Ну-ка, давай посмотрим. Я не успеваю там читать. Ну ладно, карточки нам всегда пригодятся. Надо собрать целые коллекции. Много коллекций. Надо теперь вовремя прыгнуть. Вот здесь, да? Вот здесь прыгаем. Поехали дальше. Аккуратно. Так, а здесь куда? Здесь налево. Хотя, ребята, надо было там еще посмотреть. Может быть, прокатиться можно еще было. Ну, что-нибудь собрать. Я его просто перепрыгнул на... Нет, нет, аккуратно. Куда-то вниз спускаюсь. Все собрал, все, что можно было. На. Прыжок большой, потому что их много там. Прям куда-то очень сильно мы спускаемся. Так, здесь куда? Какая-то развилка, ребят, большая. Да, или нет, или это просто... А, просто прямо едем. Просто прямо, давай прокатимся по кругу, потом выпрыгнем. Мы почти на месте. Сдерживай их сколько сможешь. Так, прыжок. Еще раз прыжок. Все, поехали дальше. Давай на этот круг спрыгнем, прокатимся, что здесь. Осмотримся, ничего нету особенного. Поехали дальше. Поднимаемся в высоту. Здесь, кстати, похоже, холодно, ребята. Потому что ледяные горы. Снежные, точнее. Ого, вот это куда мы полетели-то? Вниз прям. Американские горки. Стоп, мне бы не пролететь мимо. Куда я прибыл? Эй, Рэтчет, это Грим. Я тут слежу за твоими подвигами и чертовски за тебя рад. Слышь, не помню, говорил я тебе, у меня есть брат на Пакитару. Фелтон звать. Я с ним мало общаюсь, потому что он тот еще лентяй. Но сегодня он послал сигнал о помощи. Он сказал, Дрэк атаковал Пакитару этими своими водосборщиками. Видимо, Бларгам понадобилась их океанская вода. Я хотел связаться с рейнджерами, но Кварк переключал меня на своего агента. В общем, если будет вдруг минутка, может, заскочишь к брату? Спасибо, парень. Горжусь тобой. Пожалуйста. Итак, что с этим делать-то? Вернитесь к кораблю. Спуститесь по балке. Ну, я просто выполнил миссию. Спуститесь по балке. А могу ли я еще куда-то прыгнуть так, чтобы поехать дальше, а? Наверное, нет. Ну, надо просто вернуться к кораблю. Телепорт. Рэтчет, Кори нужна помощь. Надо помочь рейнджерам защитить звездный дозор. Сейчас поможем. Как же нам не помочь-то им? Обязательно рейнджерам надо помогать. Потому что я сам рейнджер. Мы сами и Рэтчет, и Кланк. Вот эти штуки тоже надо сбивать, здесь болты попадаются. Ну все, можем отправляться в форт. Так, а здесь надо выбрать Зуркончика. И внимание. Внимание, внимание. Чем я буду? Воспламенителем будем мочить их. Рада вас видеть, ребята. Помогите мне очистить. А вообще лучше... Пикселизатор. Очень мощная штука. Объявление для моих преданных сотрудников. Не сумеете уничтожить звездный дозор, вас ждет увольнение из Дрэка Индастрис. Уничтожим. Зуркон улучшился, ребята. Плюс 17% к урону. Ты что тут стоишь? А, это со мной, рейнджер. Все понял. Давай сейчас переберемся, только надо осмотреться. Может быть, что-то еще интересное тут есть. Кругом болты. А их нам надо насобирать, потому что еще много оружия неоткрытого. Стоп, а как сюда попасть? Как сюда попасть?
какая-то территория, и я пока не знаю, как туда попасть. Может быть, отсюда? Давай обойдем. Ну надо все собирать, реально все. Так, давай пройдем, куда? Запрыгнуть бы куда? Ребята, я не знаю, как туда попасть. Напишите в комментариях, кто знает, как туда попасть наверх. Может быть, я, конечно, в дальнейшем когда-нибудь и найду туда ход. Ну-ка еще раз обойдем, мне кажется, вот... Можно все-таки там найти. А, вот ход, ребята. Но все равно спасибо тем, кто написал в комментах. Отлично. Два кристалла. Можно даже сбегать, улучшить. Я даже знаю, что я улучшу. Протонный барабан. Получится его до конца улучшить, нет? А, пока нет. Чуть-чуть останется одно улучшение всего. Ладно, идем помогать рейнджерам. Быстрее, пока там борьба такая усиленная идет. А, я там что-то не забрал. Смотри, сколько ящиков. Давай зайдем. Вдруг там будет что-то полезное. Где они были? Я где-то их видел. Вот сюда надо спуститься. Вот, все отлично. И с этой стороны обойти. Супер, много болтов дали. А теперь можем идти спокойно. Так, здесь что можно использовать? Давай-ка откроем. Откроем этот замок, ребята. Не знаю пока как. Как правильно, в принципе. Так. Как бы их развернуть? Стоп, 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 стоп. Что-то не так. Четыре луча. Надо как-то сообразить, чтобы повернулось все правильно. Здесь два вращается. В принципе, вариантов немного. Либо так, либо вот так. Ну, давай попробуем вот так сначала. Другое кольцо повернем. И третье. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А что не так? Развернем кольцо. Ага. Что-то пошло не так. А как тогда сделать? Погоди, ну давай так поставим. И попробуем повращать. Здесь не дает. Вот так может поставиться. Нет, верните обратно. Что-то не получается, подожди. Давай-ка подумаем, как еще сделать. Так, еще раз. Здесь вариант только так поставить, либо так. Да, давай еще раз начнем. С этими. Либо так. Сейчас, ребят, я покручу, все получится. Вот этот надо поменять. Все.
все, все получилось, отлично. Мистеру Зуркону не нужны болты. Его валюта — боль. Забираем карточки, давай посмотрим, что там внутри. Гроб 4, мы же собираем его, да? Нам надо сколько их еще собрать? Много надо собрать еще, поэтому надо все собирать, искать. Так, аккуратно. Активируем. Зуркон, не скучай, мы сейчас все сделаем для твоего веселья. Пошли вперед. Все, с этими я разобрался помещениями. Идем дальше. Полетели. А, как они из-под снега вылазят? Сейчас Зуркончик их прибьет. А дальше куда? Можно сюда спуститься. Давай-ка пробежимся здесь. Здорово, ребятки! Держите-ка, протонный барабанчик. Он их молниями просто пришибает, смотри. Мощь. Давай крутанем. Мост, ребята, мост. Он нам необходим, чтобы перейти. Отлично. И... Конечно, все отлично. Давай пробежим туда, вот по низу еще. Куда обратно-то? Зачем? А, я не смогу так залезть, да? Ну ладно, нам, значит, туда не надо. Пойдем по мосту. Мистеру Зуркону скучно. Да сейчас будет весело, я тебе говорю, что ему скучно-то? Пошли, сейчас еще можно с кем сражаться, здесь много кого надо прибить. Если связанный дозор не будет уничтожен, мы не сможем эффективно действовать в этом... Ого-го, аккуратно, аккуратно. Так, давай протонный барабанчик, пусть он фигарит. А я пока возьму так, какой-нибудь, не знаю, там, пикселизатор. Танк превратился в пиксель. Готов. Все, готов, да? Небось, на Вилдене, да, о таком мог только мечтать. Давайте, бойцы, вперед! Где Зуркон? Мистер Зуркон намного умнее смерти. Так, если сюда запрыгнуть, нормально, можно еще кучу ящиков разбить. Болт золотой, ура! Круто! Сколько их уже? Уже 6 штук. Давай, они нужны были нам, эти ящики, нечего так придумывать. Ай, куда, быстрей. Да как так-то? Я разбился, ребята. Ну ладно, мы отсюда уже начнем сразу. Там ту территорию открыли, можно идти. А куда теперь? А, вот сюда пошли. Покатились. С роботами сейчас мы разберемся. Зуркон, где мой опять? Так, отлично, роботы уже лежат все. Доступна новая карточка, сейчас посмотрим. Еще бегут. На, держи тогда еще. Танк. Так, где пикселизатор?
Все, патроны зак... А, нет, патроны есть еще, подожди. А как так-то? Сильно попал. Наши юристы сказали мне, что по контракту я не могу вас убить или уволить, если вы не справитесь с рейнджерами. Поэтому мы с советом директоров решили подкинуть вам стимул. Бларк, который прикончит галактических рейнджеров, получит путевку по типу «Все включено» на третье кольцо Лабаша. Вечеринки, орбитальные круизы и даже кулинарные курсы. Ладно, мост. Значит, мы идем по мосту. Но перед этим надо все собрать и залечиться, потому что побили нас до этого. Танк хорошо побил. Все отлично, продвигаемся дальше. Давай-ка улучшим оружие. Протокласт. Последнее улучшение. Все, полностью улучшили. Доступно загадочное улучшение. Субатомный поляризатор. Облако энергии ядра может одновременно лететь еще к одной цели. То есть он еще сейчас летать будет, да? А, облако будет летать. Все понятно. Я улучшил полностью его. Будем в дальнейшем улучшать что-то еще. Допустим, пикселизатор. Мне тоже нравится, как он бьет. Двигаемся. С этими лазерными турелями так просто не справиться. Придется поискать обходной путь. Вы идите, а я прикрою. Доберитесь до турели. Так, ну надо как-то добраться. А как об... А, вот сюда обходной. Сейчас включим, пошли пешком. Неплохо, Рэтчет. Раз и все, магнитные ботиночки задействованы. Мне это не нравится. Что не нравится? Трек взорвет звездный дозор. Все Тихо. Планеты в этой системе окажутся перед ним беззащитны. Где капитан Кварк? Ай. Он сказал, у него нет. Ай-яй-яй-яй, я упал. Все, размагнитились ботинки. Неплохо, Рэтчет. Надо двойным прыжком, значит, там прыгнуть. Мне это не нравится. Если Дрэк взорвет звездный дозор, все планеты в этой системе окажутся перед ним беззащитны. Тихо. Где все. Капитан Кварк? Он сказал, у него неотложная рейнджерская дело. Я не вижу, куда там падает он. Странно. Значит, придется нам всех спасать. Отлично. Получилось пройти. Только надо аккуратно идти уже. Столько путь большой прошел. Погнали, погнали быстрее. Мы уже почти добрались до турели, до этих. Все. Все, супер. Давай Зуркончика быстрее берем. Теперь попробуй изнутри отключить энерготурели. Да сейчас отключим. Протоны где у меня? Протобласт. Есть. Так, там еще коробки лежат. Подожди, надо вернуться. Давай, забираем быстрее все. Кто? Кто меня ударил? Эй, ты чего? Ты совсем офонарел, что ли? Ну-ка, дай-ка я тебе чем-нибудь пульну. Запикселизировали его сразу. Так, а куда лучше подняться-то? Это туда? Вот, ну, мы здесь, наверное, еще осмотримся. Подожди. Мне нужно попасть внутрь. Найди там рукоять. Да сейчас все сделаем, не торопись. А, нет, не сюда. Давай-ка наверх поднимемся. Она же говорит, попасть надо ей. Сейчас мы сделаем, подожди. Отключим турели. Ну-ка, давай. Мистер Узуркон, скучно. Есть. Теперь Дрэк бросит на нас все силы.
Конечно, готов. Давайте их запикселизирую сейчас. Так, он далеко. Подожди, ну-ка давай-ка мы другим новым оружием вот этим постреляем. Сейчас. Разжигатель. Раз. Два. Очень сильно бьет. Надо его, наверное, улучшать будет. Но патронов мало. Патронов мало, но зато мощная штука, правда. Так, ну давай еще плазмострел попробуем. Он прицельно бьет. А че, почему я не могу попасть по нему? Есть. Что он мне сильно засадил. И аккуратно, ты что делаешь-то? А где Зуркон вообще? Почему он летает где-то вообще, не знаю. Ну-ка давай, помогай мне. Есть. Что они мощные какие-то стали, смотри. Есть. Новая карточка. Даже две, разжигатель, еще что-то там дали. Так, дубликаты, пишет. Есть дубликаты, ну-ка, коллекция. Обменять повторяющиеся карточки. Так, давай-ка мы обменяем, наверное, да? Тут же можно менять. Есть они повторяющиеся тут, ну-ка. Или нет, я что-то неправильно понимаю. Коллекция карточек. А где, как посмотреть, сколько и каких? Есть ли повторяющиеся здесь, а? А, вот, все вижу. Да, походу, нет повторяющихся. Либо я что-то не понимаю, какие... Теперь у тебя полный комплект. Круто. Я что-то набрал, какой-то набор собрал. А, все, нет повторяющихся карточек больше. Ну, я набрал, собрал коллекцию. И, похоже, у меня будет что-то, какой-то плюс. Бонус за полный набор. Делает доступным для покупки в режиме испытания раптомет в модификации Омега. Короче, ладно, что-то я открыл. Окей, собираем все болты, которые здесь вывалились. И можем продолжать дальше свой путь. Опачки, осторожно. Давай-ка плазмой шарахнем. И пикселизатор возьмем. Где, подожди. Готовы будут сейчас, ребята, получить. Один готов. Второй тоже готов. Ну-ка давай-ка ставим опять протонный барабан. Куда он пропал? Или я его не поставил? Открываем, конечно. Только знаешь что, надо пройти еще полево, налево, направо сходить. Где-то вот здесь еще что-то лежит. Смотри, сколько всего. По этим ящикам можно залезть туда наверх. Но есть ли тут что-то интересное? Да, есть золотой болт, прикинь. Супер. Давай его заберем. Уже седьмой болт, между прочим, а? Это очень хорошо. А теперь можно, конечно, уже и разбить все эти ящики. Они уже без надобности тут стоят. Где Зуркон? Пусть меня защищает. Собираем кучу болтов, потому что можно будет что-то купить. Так, с этой стороны мы прошли. Ну-ка, давай-ка теперь идем на эту сторону. Ну, мне кажется, я где-то тут ящики зря сбил. Да? И я, похоже, не смогу наверх туда запрыгнуть. А нет, запрыгнул. Кристаллы, ребята, они
очень мне нужны. Один, правда, всего. Нет, два. Для улучшения оружия. Сейчас мы улучшим все. Так, еще надо коробки сбить, вон внизу много стоит. Все, теперь заходим уже в эту дверь. Задание у нас какое? Доберитесь до турели, давай доберемся. Уничтожьте боевые корабли. Так, давай-ка заберем вот это все. Пожалуй, тут нам пригодится лазутчик. Сейчас включим, подожди. Ну-ка, запускаем. Это очень сложный замок. Я только что обновила твой лазутчик, чтобы он мог активировать и деактивировать кольца. Так. Проверь, как работает, и деактивируй кольцо. Отлично, теперь проверь, работает ли активация. Отлично, спасибо. Не забывай пользоваться новыми возможностями. Так, сложный замок. А какими, как это активировать, деактивировать? Изменить мощность кольца. Что это такое? А, вот так даже. Ладно. А, эти сюда по-любому. Ну, а этот повращать, направить сюда. Ну, не сильно-то он сложный, конечно, замок. А, стоп. А как тогда? А в чем прикол? Ну-ка, мощность кольца. А, просто помощнее надо, он прошибает сразу нормально. А как, где забраться-то? Подожди, какое орудие? Как туда забраться? Мистеру Зуркону не нужны болты. Его валюта... А, просто запрыгнуть, да? Хорошо, давай садись за турель. Да блин, обойди ее туда, с другой стороны. Мистеру Зуркону... А, тут лестница была, можно было просто залезть. Давай, давай, легко. Открывай огонь. Готов. Еще готов. Сколько их еще надо? Три штуки. Заряд ионной пушки 75%. Орудие готово. Огонь. Куда? Бит. Супер, вообще нормально стреляет. Осталось боевых кораблей. Три. Надо еще набирать. Нет, ну, поздравляю. Так, с патронами надо аккуратнее, потому что, я так понял, быстро заканчиваются. Кто стреляет там, а? Нужно накопить полный заряд. Сейчас накопим. Ионная пушка готова. Заряжена. Давай стреляем. Попасть надо. Есть, попал. Четко. Прямое попадание. Ай, блин. Заряд ионной пушки 25%. Надо сбивать вот эти ракеты тоже, потому что больно бьют. Корабли сбивать. Быстрей, быстрей, быстрей. Сбивай, сбивай всех. Летит ракета. Сколько же вас тут, а? Да, блин, летит опять ракета. Сильно близко. Все, я сбил ее. Круто. Ну давай еще, где корабли? Далеко что-то улетели они. А, вот поблизости есть. Заряд ионной пушки 75%. Вот еще один.
Куда он полетел-то? Вот, ближе летят, вот. Давай, готов? Летят ракеты, ребята. Аккуратно, подожди, сейчас не до этого. Я зарядил. Куда? Сюда, вот этому стрельнуть надо. На. Еще один корабль остался. Конечно, классный, Рачет нормально стреляет. Да куда ты полетел, а? Летит ракета еще, подожди, ребята, где-то кто-то летит на меня, я не вижу пока. Заряд ионной пушки 25%. Вот они. Готово. Ай-яй-яй-яй, прям ракеты на меня прилетели. Обнаружено попадание ракеты. Ай. Готов, я разбил этот корабль. Они отступают. Есть. Будет знать, как связываться с галактическими рейнджерами. Да. У-ху! Ну. Надо возвращаться на корабль. Так, возвращаемся на корабль, ребята. А как? Можно вот сюда, наверное, сесть. Отличная была миссия. Тихо, куда? Залезь. Ты тоже, Кланг. Увидимся на кварту. Все, ребята. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И можете поделиться с друзьями этим видосом. Всем удачи, всем пока.